Смотри в оба. Программа о новостях и тех, кто их делает. В студии Андрей Черкасов. Здравствуйте. Ближайшие полчаса о том, чем были заняты СМИ на этой неделе. Сегодня в программе «Гудбай, Конституция» и «Затроллить Америку». На российских федеральных телеканалах активно агитируют за поправки в основной закон и по-прежнему пугают катастрофой Запада. Коленопреклоненные американские мировые медиа об акциях солидарности с протестующими против полицейского насилия в США. Скользкие собаки от ревдинского рабочего. Необычной заголовкой принесли маленькой уральской газете мировую славу. Вопрос решенный. Так, судя по всему, российские власти рассматривают назначенное на 1 июля так называемое всенародное голосование по кардинальным изменениям Конституции страны. До мероприятия еще несколько недель, но в интернет-магазинах уже предлагают основной закон в новой редакции. За поправки никто пока не проголосовал, но одному из их соавторов, академику РАНТ Ильи Хабриевой, Путин уже присвоил звание «Заслуженный деятель науки». Сам процесс назвать голосованием язык не поворачивается. Изменить главный, определяющий все в российском государстве закон предлагают в том числе, сидя на диване, через сайт госуслуги, словно оплатить водительский штраф или записаться на прием к врачу. Коронавирус, разумеется, стал неприятной неожиданностью, но затягивать не стоит, считают в Кремле. И провластные федеральные телеканалы принялись уверять зрителей. Пик эпидемии пройден, карантин отменяется, все в безопасности. Эпидемиологическая ситуация в России стабилизировалась, и для граждан больше нет серьезной опасности заболеть. Избирательная жизнь в мире вновь возвращается в прежнее русло. Ничто не мешает России вернуться к этому процессу. Про обнуление сроков президента Путина провластные каналы лишний раз не напоминают. Зачем педалировать? Все же идет одним пакетом, комплексным обедом, как выразилась глава Центра избиркома Элла Панфилова. Безграничные президентские полномочия и новые сроки Путина собираются принимать с конституционной верой в Бога и с наказанием за отрицание подвига российского народа во Второй мировой. Пропагандистская кампания за поправки идет полным ходом. Парад, юбилей Победы – это, конечно, веха. А еще через неделю голосование за поправки к Конституции. Другая веха. И тоже, надеюсь, победная. Заметьте, не смена вех отнюдь, а веха за вехой. На пути вперед. Куда именно? Президент покажет. На пути, о котором вещают пропагандисты, все должно быть чисто, без всяких преград. Баррикады, протесты – это все на Западе. Или, как минимум, на Майдане. Ведь беспорядки, погромы и произвол силовиков в головах советских, то есть российских зрителей, должны в первую очередь ассоциироваться с Америкой и Украиной. С последней Кремль все никак не может проститься. Зато с Америкой с помощью ручных СМИ делает это демонстративно. Воскресный прайм-тайм. «Гудбай, Америка». Такой, как раньше, она не будет никогда. Мы решили начать нашу программу именно так. На языке соцсетей это называется троллинг, издевка, такая социальная провокация. Федеральные медиа пользуются этим ходом регулярно, и относиться к этому надо именно как к провокации. Хотя с ведущим Первого канала можно согласиться в одном. Америка действительно не должна оставаться прежней. Гнев сменяется раскаянием. Эмоции и злость, которые США переживали всю прошлую неделю, уступают место мирным протестам и конкретным планам Конгресса по реформированию системы правоохранительных органов. Сделать это непросто, ведь расизм в США – проблема системная, от которой коробит многих и в самой полиции, и в других силовых ведомствах. Иначе как объяснить многочисленные акции солидарности с протестующими самих полицейских? Снять шлем, положить дубинку и щит на землю и преклонить колено. Все это жесты искреннего желания решить межрасовые проблемы сообща. На колено требуют от полицейских участники протеста.
Толпа кричала полицейским: «Преклони колено». Но это не попытка унизить копов. Преклоненное колено – жест солидарности с родными и близкими Джорджа Флойда и со многими тысячами людей, пострадавших от расизма и несправедливости полиции. Первым ввел жест в обиход американский футболист Колин Каперник. Квотербек Колин Каперник снова отказался вставать во время исполнения государственного гимна. Он считает, что Америка относится с предубеждением к чернокожим, а наша полиция в целом непрофессиональна. Когда кто-то так не уважает наш флаг, я скажу: возьмите этого сукина сына и выкиньте с поля. Вызвав гнев президента США и множество американцев, Каперник поплатился карьерой. Сейчас Национальная футбольная лига США извиняется перед спортсменом, но Дональд Трамп до сих пор возмущен преклонением колена. И поэтому его однопартийцы-республиканцы этого жеста избегают. Зато демократы становятся на колено даже в стенах Конгресса. С легкостью повторяет жест и канадский премьер Джастин Трюдо. Он очень умело использует политические месседжи, но совершенно непонятно, что конкретно он собирается делать с расизмом в Канаде. Преклоненное колено незаметно стало главным символом протестов против неравенства, которые проходят сейчас в десятках стран. Где-то жест повторяют молча, в память об убитом полицейскими Джорджа Флойде. Где-то кричат и требуют справедливости. Одно колено на земле, кулак в воздухе. Тысячи людей присоединились к минуте молчания в тот самый момент, когда по другую сторону Атлантики начались похороны Джорджа Флойда. В подобной позе американские журналисты то и дело замечают и полицейских. Несколько полицейских в Ричмонде преклонили колено в знак солидарности с протестующими. Ситуация накалилась. Тогда шеф полиции Нью-Йорка Терренс Монахан обратился к толпе. После этой удивительной сцены под полицейским участком в Де-Мойне протестующие разошлись мирно. Важный момент попал на видео. Полицейские преклоняют колено у штаб-квартиры полиции в центре Лос-Анджелеса. Единение полиции с народом по душе не всем участникам протеста. Жест хоть и красивый, но проблема расизма и полицейского насилия он никак не решает. Конспирологи и просто недоверчивые зрители называют массовые протесты в США подозрительными, возможно, даже кем-то хорошо организованными. Все зависит от политических предпочтений. Левые обвиняют правых, республиканцы – демократов. Не забывают, разумеется, и про Сороса, мол, помогая демонстрантам деньгами, чтобы сорвать планы Трампа на переизбрание. Глядя на происходящее в Америке, складывается впечатление, что кто-то всерьез решил устроить для Трампа второй Майдан. И протесты словно срежиссированы. В том, что за протестами стоит финансист Джордж Сорос, уверена и расследовательница Лара Логан. Эти протесты срежиссированы. У них своя огромная сеть, причем не только в США, но и по всему миру. Это глобальная организация. Кажется, что раньше такое можно было увидеть только на Майдане или где-нибудь на Ближнем Востоке. Это выглядит как цветная революция, которую мы уже видели на Украине, в Грузии и еще во многих других странах. Право на мирный протест – базовое для большинства демократических государств. Запретить его власти не могут. В авторитарных странах протест как могут пытаются контролировать. Конституционный суд России на этой неделе вынес постановление, согласно которому протесты отныне должны проводиться в специально отведенных и оборудованных местах, таких гайд-парках. То есть власти теперь могут формально отказывать в заявке на любой митинг, демонстрацию и шествие оппозиции посреди города. Может получиться, как в Северной Корее. Если возмущаться, то только с разрешения и по указке сверху. Брови нахмурены, кулаки сжаты. Каждый жест демонстрирует праведный гнев. Это студенты и рабочие Северной Кореи дружными рядами выступают против предателей, бежавших на юг. Ура! 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 Ура!
Патриотический митинг ответного звания Ким Йо Джон, сестры верховного лидера КНДР и куратора северокорейской пропаганды. На странице главной газеты ЦК Нондон Синмун она возмутилась очередным запуском пропагандистских листовок с юга. В адрес организаторов акции перебежчиков отпустила оскорбление «предатели», «отбросы», «лающие собаки», «шушера». В адрес Сеула предупреждение, граничащие с угрозами. Если подобным злонамеренным действиям позволят продолжаться под предлогом свободы слова, южнокорейским властям придется готовиться к худшему. Для Пхеньяна листовки не просто бумажки, а оскорбления. Во время Корейской войны Север такими обращениями забрасывали американцы. Листовки обещают коммунистам справедливое обращение, если они сдадутся в плен. Сдавайся или умри. В 21 веке их регулярно отправляют корейцы, бежавшие на юг. Северная Корея боится этих листовок, потому что там они обожествляют Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, а мы говорим о них правду. В Сеуле хоть и согласны с тем, о чем пишут в листовках, и что КНДР страна опасная, и что людям там живется тяжело, и что ядерную программу развивать Пхеньяну не стоило бы, но запуски не поддерживают. Большинство листовок далеко не улетают, неподалеку. Это ущерб для природы и убытки для местных жителей, которым приходится утилизировать бумагу за собственные деньги. Подобная деятельность, наносящая вред и внутрикорейским отношениям, и жизни местных людей, должна прекратиться. Пока на юге Министерство объединения, отвечающее за отношения двух Корей, безуспешно пытается урезонить перебежчиков словами, на севере его аналог, Департамент Объединенного фронта, устраивает новые акции протеста. Нет в мире таких животных, как эти предатели социализма, оскорбляющие нашего верховного лидера. Как студент в великую эру Ким Чен Ына, я хочу отомстить всем враждебным силам. Меня переполняет гнев. Как хотелось бы вместо ручки взять в руки оружие и отомстить бандитам из Южной Кореи, нагло оскорбляющим нашего верховного лидера. После показательного протеста демонстрация серьезности намерений. Пхеньян блокирует все линии официальной связи с Сеулом. Далее в программе. Гражданин авария, карантин отменяется и плебисцит на диване. Самая обсуждаемая тема российских социальных сетей за неделю. Скользкие собаки от ревдинского рабочего. Необычные заголовки принесли маленькой уральской газете мировую славу. Удачный заголовок – половина успеха. Практически каждое крупное издание имеет свой специальный отдел или редакторов, придумывающих цепкие заголовки. Однако порою случаются оплошности, и они могут стоить карьеры. В США главному редактору газеты «Philadelphia Inquirer», одной из старейших в стране, пришлось уволиться из-за неудачного выбора слов. Здания тоже имеют значение. Ничего особенного на первый взгляд. Но в сегодняшних реалиях Америки – крупный скандал. Один единственный заголовок стоил должности главному редактору «Philadelphia Inquirer» Стэну Вишновски. Колонка под названием «Здания тоже важны» вышла в его газете 1 июня. Автор, архитектурный критик Инга Сафран, пишет о домах, пострадавших в ходе протеста. Едва ли хоть одно здание на Волнат и Честнат-стрит осталось неповрежденным. На Риттенхаус-сквер две постройки середины 19 века пострадали в пожаре. Как и во многих других городах, 31 мая мирный протест Филадельфии перерос в погромы и мародерство. Посмотрите, сколько битого стекла. То же самое и на Уолнат, и на Честнат. Посмотрите, по ступенькам льется вода. Над магазином, квартиры. Когда начался пожар, люди оказались в опасности. И сейчас мы снова можем увидеть в прямом эфире, как гасят пожар на пересечении 17-й и Уолнат. Автора колонки «Philadelphia Inquirer» беспокоит судьба старинных зданий. Дойдут ли у властей до них руки, когда вокруг столько других проблем? Беспокойство вполне понятное и даже могло бы вызвать сочувствие, если бы не заголовок. Здания тоже важны. Многим читателям и даже сотрудникам газеты показалось издевкой над слоганом «Черные жизни важны». Десятки журналистов «Philadelphia Inquirer» объявили забастовку и ушли на больничный. Мы, цветные журналисты, не просто рассказываем о жизни общества, мы его часть. Мы даем обществу возможность быть услышанным. Мы боремся, чтобы давать народу голос. И мы устали.
Инга Сафрон объясняет, заголовок подобрала не она, а дежурный редактор. Газета извиняется, заголовок был оскорбительным и неуместным, не стоило его печатать. Редакция несколько раз меняет формулировку в публикации на сайте. Но возмущение нарастает. И Стэну Вишновски, 20 лет проработавшему в газете, приходится уйти с должности главного редактора. Заголовок может, наоборот, прославить газету, как это неожиданно случилось с «Ревдинским рабочим». Издание небольшого 60-тысячного города в Свердловской области России уже четвертый месяц купается в лучах славы. Заказы на сугубо городскую газету, которая принадлежит одному из градообразующих предприятий, поступают даже из-за границы. Все из-за необычного подхода к оформлению первой полосы, который гласно и негласно пытаются копировать другие небольшие издания. Чем прославился и как эту славу переживает «Ревдинский рабочий», расскажет наш корреспондент Александр Пугачев. Такой расслабленной планерка бывает только по четвергам, когда номер уже сдан в печать. Сегодня редакция набрасывает темы для следующего. «Ревдинский рабочий» выходит раз в месяц и создается силами 5 сотрудников. У нас в этом году в Ревде большие ремонты. Вот сейчас мы поедем в Парк Победы, посмотрим, как там идет реконструкция. Корреспондентов двое. Четкой специализации, как в больших изданиях, нет. Здесь все пишут обо всем. Ольга сегодня работает над заметкой о благоустройстве главного городского парка, а Андрей поехал в местную школу, чтобы посмотреть, как идет ремонт столовой. Учатся здесь почти 1000 человек, поэтому я думаю, что охват читателей будет довольно приличный у того материала, так как родители почитают, что у нас детей будут теперь готовить им еду на нормальном оборудовании. Каждую из этих историй наверняка будет украшать жгучий заголовок. «Ревдинский рабочий» прославился своими невероятными обложками. Это выстрелило первой. В марте о скользких собаках, которые зачем-то залезли в Турцию, вдруг узнали далеко за пределами Ревды. Затем было воскрешение асфальта, требование закрыть рот и зарифмованные заголовки. До сих пор в России мало кто отваживался на такое. Мы стараемся, чтобы они складывались в какое-то осмысленное сочетание, в какую-то звучную фразу. Был главный материал про то, как в Ревде будут делать ямочный ремонт. И пришел заголовок «В ямку бух». На наш взгляд, нам так показалось, что он как нельзя лучше иллюстрирует технологию проведения ямочного ремонта. Вот. И потом мы уже на этот заголовок нанизали все остальные. С тех пор рабочий процесс в редакции то и дело прерывается чтением комментариев в соцсетях, которые раскаляются после публикации очередного фронт-пейджа. Предельную концентрацию удается сохранять только дизайнеру-верстальщику Екатерине Сорвиной. У нас еще стиль не совсем доведен до совершенства, стиль издания всего. Поэтому каждый раз что-то доделываешь. И последняя газета, она, естественно, мне нравится больше, потому что она лучше, чем предыдущие. Если до истории со скользкими собаками в розницу отдавали в среднем по 5 пачек газет, теперь легко расходится 9. Народ спрашивает, постоянно спрашивает. Из Твери, из Питера, из Нижнего Новгорода, из Грузии. Вот недавно написали из города Поти. В общем, из разных абсолютно городов. Мы думаем, как это можно организовать, но пока вот у нас нет решения. Неудивительно, что на волне успеха начинают появляться подражатели. В том, что черпали вдохновение в обложках именно «Ревдинского рабочего», признались, например, белорусские «Гродненские вести». В уральской редакции этому обстоятельству только рады и надеются, что такой подход поможет воскресить, если не асфальт на улицах, то хотя бы интерес к независимой прессе. Александр Пугачев для программы «Смотри в оба». В русском сегменте интернета на этой неделе топовой темой стало ужасное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Сев нетрезвым за руль, он попал в аварию, в которой погиб человек. Для России не только, к сожалению, типичное происшествие. Но Ефремов – популярный артист, высмеивающий власть, и трагедия с его участием была моментально использована лояльными к Кремлю СМИ. Об этом и других темах Рунета расскажет Анна Шаманская. Пьяный актер Михаил Ефремов устроил аварию, в результате которой погиб 57-летний курьер Сергей Захаров, родом из Рязанской области. Писатель Виктор Шендерович предложил в Фейсбуке помочь семье погибшего. «Я считаю, что мы, друзья и знакомые Михаила Ефремова, не сделавшие ничего для того, чтобы он не садился за руль пьяным, обязаны поддержать эту семью».
Пользователи соцсетей пишут о неприемлемости садиться за руль выпившим, а некоторые подчеркивают, общество слишком многое пьяницам позволяет и прощает. Мы слишком часто позволяем алкоголикам подвергать жизни опасности, срывать работу, быть сволочами в жизни. Надо дать этому название, давать Ефремова. Многие, правда, считают, что благодаря известности Ефремова наказывать его не станут, даже в такой ситуации. Ефремов сидеть не будет. Домашний арест, следствие, суд, лечение, свобода, новые проекты и пьянки. Так вижу. Другие же говорят, что актера обязательно посадят. Правда, причины называют совершенно разные. Есть мнение, что он, мол, либерал, и поэтому ему в тюрьму можно. На Ефремова спустили кремлевскую свору, и все как один законопослушные трезвенники. И дураку ясно, что в бухом лучше вообще из дома не выходить, не то что за руль садиться. Но штука в том, что если бы в ДТП был виноват мент от майора и выше, вы бы даже не узнали. А Маргарита Симонян уверена, что Ефремова накажут потому, что он знаменитый актер. Избежать наказания легче всего, если твоя история тихая, и ты можешь собрать по сусекам денежку, чтобы решить вопрос. Кроме тех случаев, где есть серьезный медийный шум, тут не решишь. Или решишь, но не скоро. А тогда, когда шум поутихнет. В случае с Ефремовым шум не утихнет. Масло в огонь подливают федеральные каналы со спецпрограммами о случившемся. На шоу Андрея Малахова семья погибшего пришла уже на следующий день после аварии. В соцсетях некоторые даже отнеслись к этому с пониманием. Нет тут осуждения семьи. Ад – это когда семья из-за бедности ли, от шока ли, чтобы докричаться до справедливости, еще от чего, приходит на шоу. Вина ли это семьи? Конечно, нет. Какими бы ни были новости, жизни москвичей возвращаются в норму. Городские власти отменили режим самоизоляции и пропусков. Пользователи соцсетей в недоумении. Ежедневный прирост заболевших остается почти неизменным уже 2-3 недели. В Москве отменяют ограничения. Логика потерялась по дороге. Но если коронавирусу с завтрашнего дня приказали не существовать, то почему это не сделали раньше? Зачем нужно было в спешке отменять все ограничения, у пользователей соцсетей сомнений никаких. Режим самоизоляции отменяется. Видимо, страна пошла на поправки. Не закончилось ничего. Это они Конституцию, это многострадальную хотят принять поскорее. Вот и подвели по числам. Кто посмеет слово сказать про марширующих по Красной площади и к участкам, что это их Путин на убой ведет? Нет, Путин хороший. Это же Собянин, мэр ваш все ограничения снял. Хотя многие в соцсетях считают, что столичные власти делают ставку на электронное голосование. Московские власти безумствуют. Всех абсолютно загоняют в электронное голосование. Вал сообщений. Все городские организации, все подрядные. Просто все крупные предприятия, на которые можно надавить. Все заставляют своих работников и участвовать в голосовании по обнулению. Веры в электронное голосование немного. Можно, в принципе, итоги подвести заранее. 60% пришли на голосование, 77% высказались за поправки к Конституции. Результаты голосования предсказать сложно, но в Москве уже заявили, что более 400 тысяч человек подали заявки на участие в электронном голосовании. На этом пока все. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю. Будьте внимательны, а главное – здоровы. И смотрите в оба на канале «Настоящее время».